Всем привет! Сегодня я покажу, как собирать прицеп для пожарной машины. Откуда у тебя части для пожарной машины? Из разных конструкторов. И для прицепа тоже? Да. Из каких раз? Ну, из простых Лего, из Лего Сити, из космонавтов, из пиратов. Тут еще, кстати, есть ноги от скелета. А ну, поставь на стол. О, точно. Еще от почтальона есть, и от пожарников. А зачем же этот прицеп нужен? Для того, чтобы тушить пожар побыстрее. Вести дополнительные инструменты, воду. А это что, бронзбойт еще один, да? Да. Ну, хорошо. У него колесики такие двойные, да? Да. Наверное, надежная машина. Прицеп. Вот. А куда он вставляется? В пожарной машине. Ну что, я тебя поздравляю, у тебя здорово получилось. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, пока.